Всем здравствуйте. В последнем видео я говорил о новом увлечении. В последующих видео, наверное, расскажу и покажу. В общем, вот, поехал я в лес. Вот такая вот у меня поляночка тут передо мной оказалась, с одуванчиками заросшая. Не знаю, опять ветер. Как видно будет. В общем, новое у меня увлечение — пчелок поймать, попробовать. Вот я из подручного материала 3 ловушки соорудил, погуглил интернет, что мог, изучил. Поля у нас я как-то уже снимал, рассказывал, половина уже всех брошена, ничего не сеется, кроме пшеницы маленькой, и все. Короче, пока самое подходящее такое место, где вот еще маленько тут сейчас пчелок видел, сейчас не знаю, пока хожу, будут, нет, вылез с машины пройтись, посмотреть. Короче, это одуванчик, и то часть уже отцвела. Маленько вот еще цветет здесь. Не знаю. Как бы. Сейчас еще пройду, тут похожу, посмотрю. Признаки пчелок есть, нет, но двух или трех штучек я тут видел. Ну, буквально тут от машины отошел. Метров 20-30. Никогда ни разу не пробовал ни ловить пчел, ни держать пчел. Вообще не знаю, что это такое. Попробовать охота. Интересно. Добрый человек мне подарил с десяток ульев, наверное. Часть там с рамками, с сушью. Как бы их же и использовал сейчас в ловушке. Не знаю, что у меня выйдет, не выйдет из нового увлечения. Один улей поставил дома, там яблоня уже отцвела. Сейчас вишня там уже тоже последние дни доцветает. Там пчел просто жуть, жужжат просто кошмарно. Но ни одну не видел, чтобы в улей залазила. О, первая пчела. До деревни километров 8, наверное. Есть у нас там пчеловод, который занимается пчелками. У него семей 60, наверное. Короче, в пчелах-то я тоже не разбираюсь. Может, это и не та пчела. Но я смотрю таких пчел. Других я сомневаюсь, что найду. Вот так вот вот. Там вот, не знаю, под лес то ли трава это какая-то сухая, водянистая, наверное, местность там. Ну, короче, откуда же она сюда прилетает, правильно, пчела? Значит, у них тут что-то есть. Может быть, они тут часто летают. Может быть, они тут так за редкостью летают. Время у нас 13:41, 12 июня. До этого было все холодно, холодно, холодно. Сейчас, наверное, дня 3-4. Такая погодка тепленькая, хорошая. Постоянно днем ветра дуют. Ветра дуют, 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 дуют. Короче, что-то хожу, хожу. Больше пчел-то не видать. Еду-то я так найти полянку с ягодами на котлован. Вот когда приезжал, там ягодки цветут. Вот еще одна пчела. Блин, что-то не фокусируется близко. Какая-то уже другая, мне кажется.
полетела куда-то. Не дает ее разглядеть. Вот еще пчелка. Кто там в пчелах породных разбирается? Короче, пчела вообще путняя. Всем пчела, пчела. Всем пчеловам пчела. Вот так вот, ладно. Сейчас похожу, посмотрю. Что-нибудь засниму. Кстати, в интернете, короче, много роликов смотрел. Дяденьки-пчеловоды говорят, нету смысла особого лезть высоко на дерево. Можно на уровне с грудью поставить. Можно вообще на земле ловушку поставить. И как бы одинаково во все летит. Единственное, человеческого фактора спасет. Не каждый покостливый человек полезет на дерево воровать твоих пчел. Я буду рассчитывать, что покостливые люди не полезут воровать моих пчел, не пойдут. И буду ставить, пока не высоко. Высоты я так-то боюсь, я могу упасть. Вот так вот. Ну ладно, чего интересного будет, засниму. Вот она, очередная пчела-ведерница. Какая-то вялая. Вялая какая-то. Где она, кстати? Вот она. Важный звонок опять. Только важным делом занимаюсь. Важные звонки. Так, ну все, ладно. Время-то идет. Пчел надо искать. Куда ставить ловушку. Вот так вот. Короче, пока я не шел искать пчелок, я не видел, что они разные. Вот до вот этого я снимал, у них жопки были черные, брюшко. Это полосатая. И она, короче, шустрее. Ну, по крайней мере, вот сколько я сейчас за ней наблюдал. Она очень шустрая. Вот так вот, вот оказывается. А размером она чуть поменьше. Вот так вот, вот все в одуванчике. Вот так вот, вот. Так вот, так вот, так вот. И туда влево еще поле. Ну, наверное, как до леса, точно на такую длину идет. Ну и что, короче, мне понравилось? Мне понравилась вот эта вот береза. Наверное, или вон та, или вот эта. Короче, одна из них. И, наверное, я сейчас ловушку на какую-то из них поставлю. По-любому прилетит. Должно прилететь. Вот так вот тут. Ладно. Хотел-то я пчелку заснять, что она другая. А еще, короче, видел маленьких пчелок. Блин, смуху. Какие-то тоже интересные. Ну, тут много каких-то непонятных летает. И есть прямо вот пчела пчелой. Только маленькая. И вот такая же светленькая. Вот так вот, вот. Эх, пахнет хорошо. Пахнет хорошо. Блин, больше цветов вообще никаких нету, кроме одуванчика здесь. И полей даже рядом не знаю, где будет. Не будет. Блин, только начал снимать, она улетела куда-то. Короче, пчелы, это интересно. Кто не купил еще коня, покупайте коня и давайте пчел разводить тоже. Вот так вот. Пробовать.
разводить, это громко сказано, пробовать разводить надо пчел, поддержать. Может, конечно же, меня сразу же первые пчелы как на это вот, и желание у меня быстро-быстро пропадет. А может и не на это воют. Правильно, надо пробовать. Вот так вот. Короче, все видео похоже будет, что я хожу по полю с одуванчиками. Хожу. И ничего я пока не нахожу. Пчелу-ведерницу нам надо. Порода такая есть. Пчела-ведерница. Она с ведрами летает. Опытные пчеловоды мне рассказывали. Надо найти пчелу-ведерницу. И все. Ну ладно. Все. Давайте. Уже я, короче, что-то много опять хожу, говорю. Вот она, короче, пчела-ведерница. Что-то как-то бедно, короче, тут похоже. В одуванчиках ничего полезного нету. Тоже съем один. Сладенький. Пока не разжевываешь до конца. Что вы думаете, как пчелы? Надо питаться, как пчелы, правильно? Сейчас вот я одуванчик съем. И буду думать, как пчела. Я 1000 раз уже так делал на охоте. Помогает. Так, ну все, ладно, давайте. Некогда снимать, надо думать. Не знаю, как пчел, но, короче, паутов я хорошо ловлю. Сейчас я их пересажу, наверное, в ловушку. Найдем из них матку. И пусть они разводятся. Может, и мед будут таскать. Я же на коне тоже ездить не умел, правильно? Мне показали, как я научился. И если им показать, как мед таскать, и они, глядишь, будут таскать. Они вон какие здоровые. Раза в 4 будут больше пчел приносить. Надо погуглить, в общем. Все, короче, первую я закрепил. Даже не упал, молодец просто. Все, короче, сегодня у нас вторник. В пятницу, наверное, после работы поеду забирать. Уже прилетят. По-любому прилетят, да? Ой, красота. Прямо сам радуюсь. Ну, потом смелости наберусь, буду выше лазить. Он типа, он дотуда. А хотя зачем лазить? Я же говорил, что лазить не обязательно. В общем, вот так вот она у меня выглядит. Тут вот с передней стороны хвостик разрезанный, прибитый для аромата. Передняя и задняя стенка с доски. Боковины с фанеры. А снизу там типа картона что-то, короче. Из того, что было, и слепил. Сейчас хотел-то я еще, короче, туда съездить. В ту сторону не поеду. Поеду сейчас туда, вправо. Не знаю. Надеюсь, что никто не сопрет. Там, где машину ставил, ягодки цветут. Так-то, конечно, в глаза будет, наверное, бросаться. Ну, тут вроде народ не особо у нас часто ездит. Может быть, и ничего и не будет. Паутов много. Проверять буду на коне ездить. Вот с этого вот угла, например, вот так вот, вот как уведешь, как ветки попадут, видно. Скворечник скворечником. Ну ладно. Ее найти не успеют. Пчелы попадут раньше. Я их заберу домой. Вот ягодки цветут.
Знаю, сейчас по краю, короче, прошел я на ягодках. Не видел пчел. Может, они на них и не летают. Но в интернете опытные пчеловоды сказали, ягодник надо искать тогда, если совсем напряженка. С цветущими растениями. Ну вот оно, цветет. Тут сбоку, но сбоку тут я только на коне ездю. Так, ну все. Еще две осталось. Еще две осталось. Две еще осталось. Вот это вообще, просто мне вообще нравится вот это вот. Ее, я не знаю, в какое-нибудь надо место прямо. Прямо чувствую, что она у меня капец каких пчел ведерниц принесет. Ох, маленькая, аккуратная. Так, они у меня, короче, по 7 рамок. А в этой, наверное, 6. Не помню. Одно меня смущает, что я, короче, толь сверху прибил. Вот от нее запах на солнышке, она нагревается, есть. Не знаю, напугает, нет. Вот это вообще крышка от ящика овощного металлическая. Вот так вот тут. Ладно, едем дальше. Так, снова вид новой пчелы. Блин, улетела с цветками напряженка. Короче, вот на покос на такой выехал. Тут одуванчик уже отцвел. Маленечко его есть. Вот какие-то цветочки типа лютиков. И не знаю, прямо не знаю. Он с того поля приехал. Там вообще давно не кошено, дурбеть стоит. Какая-то такая вымокшая, не вымокшая. Короче, тоже ничего интересного в этом не нашел. Вот, короче, покос мне нравится. И не знаю куда. То ли вот в колочек засунуть, то ли по каким-нибудь вот крайним этим ловушку. Проволоку, короче, я как обычно оставил на радостях-то, с дерева слез, что не того оттуда. И оставил все там. Пошел довольную машину. Вот сейчас вспомнил, что мне вязать-то нечем, если все-таки надумаю лезть. Ну, желания у меня изначально вообще не было залазить никуда. Тут ягодки хотя бы вот маленечко. Вот цветут. Вот цветут. Но вот сколько я прошел, на ягодах вообще ни одной пчелы не видел. А может, ее здесь и нет. Может быть и нет. Но что-то мне подсказывает, все-таки должна она здесь тоже быть, пролетать. А там уже заманится, не заманится, это другой вопрос. Это мы уже потом посмотрим. Хотел еще до какой-то травинки дойти, проезжал мимо. Не видел. Есть чего тут нет. Пахнет, короче, тут хорошо. Вот до вот такой травинки зашел. Никого здесь нету. Пахнет хорошо. Так, ладно, похожу. Место, которое по душе будет, выберу и туда поставлю. Я же только учусь, верно? Верно. Ну все, ладно. Выйду на связь. В общем, поставил я вторую. Ездил. Ничего мне не нравится. Короче, вот такое. Поле тут тоже уже не кошится. И не сеется.
одуванчик вот начинает цвести и проглядывает еще, который еще в дальнейшем будет цвести. Вот тут сразу за кустами дорога идет, по которой я ехал, косуль снимал. И на коне тогда проезжал, такой запах какой-то, не знаю. Вот как примерно от этих пахнет. От сот. Такой же какой-то медовый. Это было где-то вон в той стороне. Но что-то мне здесь больше понравилось. Здесь дорога вот так вот ближе идет. Там одуванчиками заросшая цветет. Ну не знаю, попробуем. И сейчас третью. Куда-нибудь на тот угол, наверное, поеду. Там еще поле будет вот так вот параллельно. А та ловушка, вон там стоит. Километра 2-3, наверное, отсюда. Первая. Не знаю, будем пробовать. Пробовать надо. Потом по мере чего переставляться буду. Вот так вот вот. Не знаю прямо куда ехать, но куда-нибудь поедем. Ладно, время 15:15. В общем, не знаю я, как с этими пчелами быть. Нашел хоть что-то еще цветущее, хотя бы с одуванчиками поляну. Километра полтора от второй, ну и да, два где-то, 2,5 от первой. Поставил тоже вот молоднички. Солнышко до обеда будет как раз сюда светить. Вот такое. Хотел, короче, вон туда на березу в колок. Но нечем вязать. Может, потом переставлю, если до выходных ничего, никого. Там так хорошая березка. Мне в глаза почему-то бросается. Ну все, ладно. Поеду до дома. Дня через 3-4 на коне проеду, посмотрю, что как будет. Засниму. Все, всем пока.